Куда делась метла? Ой, это не я. Там воры были, воришки. Бам! Прямо в поддыхло. Зачем бочки? По бочкам-то не надо. Ай, ай, избивают. Помогите, хулигана зрения лишают. Эй, друзья, всем море привета, всем БГГшечки, Нептун, это я, и это рубрика «Инди-ужастики», значит, метель. Да, вы до меня достучались, я очень часто стал получать очень много просьб пройти новый эпизод в игрушке «Метель». Поэтому, да, действительно, вот сегодня будем проходить, у нас появился новый эпизод, третий, за Юджина. Начало страшной истории. БГГ! Кстати, у меня именно Steam-версия, не мобильная версия, но все же давайте посмотрим. В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня, но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Та-дам! Вот такая вот офигительная история, друзья. Офигительное начало. Сидел себе дома, спокойно в деревне, никого не трогал. Пришел какой-то хрен, меня оглушил и посадил в старый сарай. Ой, как же давно не играл в метель. Вот знаете, тут уже ничего от метели, по-моему, не осталось. Даже снега нет. Так, я вижу, там тузик есть. Тузик! Или нет, Мухтар, Мухтар. Мухтар! Хороший песик. Так, ладно, нам нужно, по идее, выбраться отсюда, да? Давайте оценим обстановочку. Есть какая-то дырка в стене. Сено. Сарай такой себе. Очень хлиплый. Разваленный ящик, обмотан скотчем. Возможно, нужно что-нибудь остренькое, чтобы потом его, ну, обрезать и достать что-то внутри. Так. Заперто на замок. Можно приседать. Эй, Мухтар! Опачки. Отмычка. Хорошо. Самое главное правило метели, я помню, что всегда нужно все оставлять так, как было изначально. То есть, если меня вдруг заметят, и чел придет, ну маньяк, придет меня проверять, шмонать, типа, Нептун, чего не успеешь? То, если он даже заметит просто банальный открытый шкафчик, все, это будет фиаско, братан. Поэтому все всегда закрываем обратно. Заперто на ключ. Так. Отмычка не работает здесь. Так, отмычка сюда подойдет. Ага, куда шло? Свобода! Я на свободе! Где-то маньячелы. Так, эй! Мухтар, как жизнь? Тебя! Какого черта? В смысле, Мухтар? Моя нога! Больно! Ты чё, Мухтар, охренел, что ли? Ты чё, хозяина не признал? Чё за беспредельщина? Так, короче, ныкаемся. Да закрой! Закрой! Он не закрывает. Попался. Нет! Он меня клювом ушатал. Вот это вот значит подстава, друзья. Тузик-то, походу, дело не мой. Это он свою собаку притащил, да? Так, электрощиток закрыт. Так, что там? Веревочка. Крюк для веревки. Любопытно. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Есть сундучок. Открыть. А, пароль нужен, да? Так, нужно найти пароль. Ведро какое-то. Старые ссаные ящики. Это что, ворон? Что там-то нашел? Что-то ржавый нож. Так, закрываем все. Нужно вернуться обратно в камеру. Да я в курсе, давай. Сделал вид, что ничего не произошло. Все, ничего тут больше не трогал. Давайте просто посидим, сделаем вид, что реально все нормально. Что мы прям сидим как партизаны, тихонечко-тихонечко. А ну заткни, шавка тупая. Я понял, это не моя собака.
поход делай. Эй, мудло! Ты собаку ты хоть кормить не забывай. Нет такой развалочки. Блин, чувак, у тебя нож есть, просто всади ему в шею. Так, погоди-ка. В смысле, погоди-ка? Что-то здесь не так. Да пошел ты! Нормально все у меня. Ну, вроде все на месте. Жесть. Блин, у нашего героя есть, блин, нож. Отмычка, что угодно, а он вообще даже без оружия. Потому что, ладно, была бы у нас героиня хрупкая девушка. Нет, мужик же здоровый. Так, я понял. А лучше всего... Так, лучше всего, друзья, не провоцировать ворон. Ворон меня могут сдать. Так, есть ведро. Это что? Веревка. А, нет рукояти. Хорошо. Ух ты. Там что у нас такое? Решетка привинчена болтами. Это ВДшка, что ли? Ну, типа, смазывать металлические разные эти штуки. Так. Коробки. Только не пустые. Вот только не пустые коробки. Боже. Это что? Топор без рукояти. То есть нужно рукоять найти, так понимаю, да? Так, окей. Метла? Серьезно? Я взял метлу? Зачем? Закрыто на ключ. Ага. Можно включать и выключать освещение. Правда, не знаю зачем. Так, подождите. Капкан, кстати, надо быть аккуратным здесь. Только сейчас я заметил гребаный капкан. Так. Что мы можем делать? Ржавый нож. Он, наверное, чтобы отрезать ту изоленту. Метла для чего? Чтобы достать что-то такое, где высоко, наверное. Ну, что-то наверху. Допустим. Это так работает? То есть сквозь окно я смог достать рукой и отрезать вот эту всю движуху? Нет, ну это прикольно, конечно, но все равно. Так, ключ не отсюда? Нет, не отсюда. Так, ну, скорее всего, вот здесь запертая дверь была на ключ. Это не тот ключ, да? Ключ. Что мне еще было заперто на ключ? Вот эта дверь, да? Ой. Сорян, зря бы канал так. Во-первых, у меня, по-моему, был свет включен, да? Все, вырубаем. Со стороны заперто. Слушайте, а как так получилось? Почему она зазвенела? Так, тут у нас... Все, заперли. Я вообще не при делах, чувак, серьезно говорю, это не я, это... Это твоя собака тупит. Блин, а что дальше-то делать? Ключом мы открыли ту дверь, значит, нужно что-то еще сделать с этим... С будильником? Что? Что, погоди-ка, нормально все. Все так, все идеально. Куда делась метла? Ой. Это не я. Там воры были, воришки. Бам! Прямо в поддыхло. Зачем? Почки по почкам-то не надо. Ай, ай, избивают. Помогите, хулигана зрения лишают. Погоди-ка. Все здесь так. Все на месте. То есть... Я вот сейчас брал метлу, но я ее опять положил там. То есть метелку здесь лучше, ну, поняли, да? Лишний раз не брать. Но если брать, то ставить на место. Ключик. Кстати, подошел сюда. Хотя до этого вроде как я открывал вон ту дверь, правильно, ключом? Что-то вообще тут, по-моему, ключи рандомные. Вообще рандом довольно большой. Так. Свет здесь. Я думаю, где он, блин, горит? О, холодос, а чё? Съесть колбасу? Зачем? Зачем ты его съел, чувак? Так, я думал, что типа собаке дать. Надо в колбасу положить какой-нибудь снотворный и дать пёселю, тогда он охренеет. Да, пришел, короче, объел колбасу у этого чела. Зачем-то. Так, здесь мы все посмотрели. После коробки на них стараемся не смотреть. Ой, бочки, чё у нас? Странно. Изображение, смотрите, какие символы есть. Зеленая звезда, синий полумесяц, огонь и глаз. Отсутствует ручка. Угу. Сначала нужно где-то ручку надыбать.
Так. Что-то мешает открыть. Ага, проволока. О, похлебка. Печь. Возможно, можно зажечь. Нужно спички где-нибудь найти. Так, капкан. С капканом аккуратно, осторожно. Что еще есть у нас тут? Щеколда заржавела. А, помните, мы ВД-шку находили? То есть нужно смазать. А для того, чтобы открыть ВД-шку... Старая дверь. Чтобы открыть ВД-шку, там нужно, по-моему, ключ гаечный, да? Или что-то типа того. Так, это я где? А, это комната, помните, с другой стороны? То есть, где я начал играть? В сарае, помните, там была дырень. Дырка в стене. Вот, по-моему, она сюда и ведет. Вон, вон, вон дырка. Там есть стеллаж. То есть, я могу включить. Но дверь старая, наш герой ее открывать совсем не хочет. Так, ладно. Но при этом я могу включить свет. Есть окошко. Мало прикольного. Есть печь, еще раз напоминаю. Похлебка. Можно ли ее собаке отдать? Так. Наверное, лучше закрыть. Так, что делать тогда? А от меня случайно не будет нести колбасой? Давайте швабру возьмем. Метла. А чем метлой можем сделать? У меня такое ощущение, что нужно чем-то... Нога! Так куда нажимать ты? Забыл совсем про этот сраный капкан. Так я нажимаю, куда нажимать? А, нужно присесть. Блин, боже, ладно. Вот, все, поставили ее на место. А свет-то я забыл вырубить. Ой, сейчас... Ой, я везде свет забыл вырубить. Короче, хрень полнейшая. Что? 379? О, пароль! От того кодового замка. Так, по ходу дела, мне нужно будет переигрывать, потому что сейчас он мне опять по почкам не надает. Явно, что я забыл везде свет вырубить. С другой стороны, смотрите, здесь есть, блин, вилы. Чувак, возьми вилы, просто мы в жопу как всади. Погоди-ка. Погоди-ка. Я... Что-то здесь не так. Беги, беги. Атас, пацаны, бежим. Кто включил свет в кладовой? Это Мухтар. Серьезно говорю, это Мухтар. Бам. Почки, почки, печь, печенку. По печени-то зачем не надо? Так, в этот раз, короче, колбасу есть не буду. Мало ли, вдруг реально какие-нибудь таблетки снотворного найду. Можно в колбаску это все дело зафигачить. И усыпить пёселя, как вариант. Так, погодите. Вот, я врубал свет, и здесь у нас... А, пароль-то рандомный тоже. 036. Так, это у нас, по-моему, вот отсюда, да? Так. Открыть. Подошло. О, кусачки! Так. Я помню, где-то была проволока. Вообще, чисто в теории, кусачками-то можно и болтики открутить. Ну, по идее. А, ну ладно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Чик. О! А что делать? Как-то убрать, подождите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, сразу вырубаем везде свет. Так, там вырубаем. Здесь вырубаем. Так. Швабру ставим на место. Забегаем домой. Все, тихо-тихо. Блин, то есть там... Так, вроде все, да, следов не оставил. Ну, не считая разбитой бутылки. А что я с ней сделаю? Он не может ее подобрать. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Все здесь так. Кто открыл ящик? Какой ящик? Подожди, какой? Чувак. Может быть он... Может про этот ящик? Я взял кусачки, я не помню, закрывал я его или нет. Хоть убейте, ну ладно, окей. С остальным вроде сработало. А, или все-таки про стекло. Так, тут, кстати, еще одна бутылочка винишка и есть гаечный ключ. То, что мне нужно. Про какой он говорил конкретно предмет? Ладно, это делаем. Про какой ящик он говорил, да? О, ВД-шка. Смазочка. Смазочка народная. Сюда, да? Угу. Тихо.
То есть у нас есть куча всяких предметов, ящики. Еще один ключ. Так, давайте сразу все обратно закрываем. Так. О, все, заперли. Так. Старая дверь, ключ. Нет, ключ не отсюда. Не знаю, есть ли резон вообще оставлять там свет. У меня есть еще один ключ. А чего он может быть? Так, 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 так. Вырубаем. У меня, по-моему, начальный ящик был заперт на ключ. Заперт на ключ. Окей. Так, тогда. Может, он вот все-таки отсюда? Так, если мы сейчас откроем дверь, он придет. Там вроде у меня все чистенько. Ага! Да ты прикалываешься? Может, сюда? Щиток? Нет. Ключ для веревки. Вау! Тихо, тихо, мужики. Там сработал замок. Она загнилась. Это был не я, серьезно. Это пёсель. Это пёсель. А чё, он... тебе уже насрать, да? Так. Тогда что я сделал не так? У меня был единственный ключ. Больше предметов не было. Я открыл единственную запертую дверь. Сыграла сирена. То есть мне нужно открыть дверь так, чтобы сирена не заиграла, наверное. То есть нам нужно как-то обезвредить электрощиток. Но как? Ну вот, к примеру, у меня есть ключ, но он конкретно сюда не подходит. Видите, это рандомный. Ключи рандомно выдают. И он, скорее всего, от вот этой двери. Но как только я ее открою, то там будет полнейшая жесть. И все. И он придет сюда. Тогда что и как мне... Так, тут, по-моему, должен быть где-то капканчик. Вот он. Так. Щиток закрыт. Щиток закрыт. Как мне открыть щиток? Есть звонок. Со звонком мы ничего сделать не сможем. Если честно, я не знаю, как мне это сделать. То есть он сразу же... Ну, смотрите. Ну, ладно, окей, ну давайте. Так, что? Здесь можно что-нибудь найти? Что это? Ключ, ручка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, сразу ли он сюда побежит или нет? Ну-ка, давайте просто садимся здесь. Ключ, ручка у меня есть. В принципе, можно заходить, если осторожно. В прошлый раз он прям побежал сюда. Может, просто поздно пришел, поэтому не заметил. Там вроде ничего, но шкафчик, да, я открывал. Взял ключ, ручку и шкафчик закрыл. А второй шкафчик был открытый. Может, не нужно было закрывать его? В смысле? Серьезно? Это я сейчас еще одну попытку делаю, и я там разлил вино. Она упала. А? И? Да, здесь все нормально, я ничего не трогал там. Что-то здесь не так. Вино, да? Думаешь, я не замечу осколки бутылок? А что с ними делать? Их невозможно убрать. Как эти бутылки убрать? Он их замечает. О! А, метлой? Серьезно? Так, ставьте, ставьте метлу обратно. Боже! Еле успел. Рили, друзья, походу, делал метлу. И нужно убирать эти бутылки. Ну все, сейчас он придет. У меня там, ну, как бы все нормально. Шкафчик не открыт. Ключи гаечные я еще не использовал. Метлу поставил на место. Дверь, все, свет выключен. Да, все нормально. Все так, все замечательно. Все, пошел вон. Чисто случайно у меня, походу, метла была, ну, выбрана. Я реально ее использовал на бутылках. Чисто, знаете, совпадение, случайность. Так, аккуратно, капканчик. Так, псина, вот реально тебя нужно как-то задобрить чем-нибудь. Как вариант, может, снотворным? Так, обратно ставим. Временно включаем свет, открываем двери. Но это все, что я уже достиг. Причем ящики тут не просто так. Видите, он открытый. Был. Если бы я его закрыл, он бы меня, скорее всего, спалил. Поэтому самое главное правило, друзья, ничего не трогать лишнего. Все всегда должно быть так, как изначально мы
Ну, как изначально оно и было. Так, ключ, 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 ключ от дома, правильно? Так, вырубаем свет на всякий случай сразу. Швабра нужна ли мне больше, я без понятия, но у меня есть ключ. Там, в принципе, время, ну, как бы у нас есть время. То есть, если мы быстренько забежим, там что-нибудь... Понятно. Это плохо, да? Как? Ну как? Ну как ты меня спалил-то? Да, я не вижу эти сраные капканы! Нет! Попался! Самое дерьмовое в этой игре это капканы. В смысле заново? Почему? А где мои попытки? А по-моему, он должен меня раза один или два раза, ну, ловить, и только потом гейм-овер. Так, у меня есть немножко времени. Забираем ручку, что-то еще, какой-то есть тазик. Ай-я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 й. Стул? Зачем я его взял? Так, подожди. Все, вроде бы ничего не оставил там, никаких следов. Я зачем-то стул взял? Так, я зашел. Все, что я взял ручку, было в открытом шкафчике. Я его не трогал, стул просто на земле. Так. Это причем рандом. То есть ключ, который я сейчас открыл, вон ту дверь. Это ключ не от этой двери. То есть, опять же, рандомы, рандомы, рандомы. Жопу у тебя не так. Стул стоял здесь не просто так. Да ладно, он еще и стул палит. Ладрион оставил мне возможность еще один раз поиграть. Ведь в этот раз он меня побил, но я еще могу выжить. Ну, что-то сделать. Так, ключ-ручка. Ключ-ручка это от чего? Без рука это не сюда. Где еще можно использовать ключ-ручку? Таки без понятия. Что за ключ-ручка? Нам, видимо, нужно там еще что-то посмотреть. Пошастать. А, отсюда! Ключ ручки-то отсюда? Так, что это? Оф, все нормально. Так, забираем. Все, понял, для чего это ключ ручка. Так, ну, по крайней мере, мы не вызываем тревогу. Пока что. Этот шкафчик лучше не запирать. Есть второй этаж. Тут, скорее всего, какие-то есть подставы, может, кирпичи активные какие-то предметы, может, в стене что-то. Ну, видите, кирпичи как бы вытащены. Нет? Нет секретов? Ай-яй-яй, тут что у нас-то? О! Тут что-то есть. Отличное место, чтобы спрятаться. Спрятаться? От кого? Ну, понятно, от кого. То есть, если он пойдет сюда, я могу здесь засесть, правильно? Наверное. Так, на чердаке нету лампочки. Лампочки? А, поэтому там темно и страшно. Понятно. Лампочку где мне взять? Отсюда выкрутить? Нет? Блин, слушайте, а где лампочку-то взять? Не дотянуться. Серьезно? Я, короче, ходил, бегал, искал всякие лампочки и нашел, что у меня, оказывается, есть в сарае лампочка. И, судя по всему, это активный предмет, но... Мне дотянуться, видимо, вот для этого стул-то и нужен. Так, тихо, собачка, не трогай меня. Так, берем стульчик. Я так понимаю, что мы даже поставить его сюда куда-то? Ага. Так. Ага, во. Лампочка есть. Так, берем стул, ставим его на место. Во, идеально. Так, лампочка. На чердаке. А где он ее... Куда нам ее вставляет? А, вот. Вижу. Есть контакт. Сейчас мы по чердаку-то полазим. Так, ты будешь приседать, нет? Спасибо. Во. Давайте искать. И самое главное не попасть ни в какие передряги. Мотор лифта. Тут еще и лифт есть. Так, еще один какой-то ключ. Кассетный плеер, смотрите, нашел. Вау. А ключ, интересно, от чего? Птичья клетка. Елочные игрушки? Гребаный Санта-Клаус. Велосипед.
Вроде как взаимодействовать нельзя. Есть еще одни вилы. По-моему, самое идеальное оружие, чтобы вилами его загандошить. Что это? Как же меня бесит этот мальчик. Ломает все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот гад. Надо спрятать кассеты на полке повыше. Чтобы этот недоносок их не нашел. Полк повыше. Где-то должны быть спрятаны кассеты. Правда, на кой они мне хрен? А зато есть огромная голова оленя. Круто, да? Так, что это, что можно найти? Как-то он приседает не всегда. Хрупкая ваза. Возможно, ее можно чем-то разбить. Но чем, но чем, но чем. Так, что еще можно здесь найти? Так, пустые ящики, колесо. А этот стул он брать не хочет, да? Так, окей. Закрытый чемодан. Так, это, видимо, не тот ключ. Нет чемодана. Так. Ну, по идее, все. По идее, да? Что мы делаем здесь? Вырубаем свет на всякий случай. Здесь вроде бы ничего любопытного нет. Хотя фиг его знает. У нас появился ключ. Ключ, ключ, ключ. От чего? Нашего шкафчика? Нет. Возможно, все-таки от той сыраюшки. Мы еще здесь не все сделали. У нас осталась куча дел. Так, во-первых, нужно пароль. Включаем, смотрим пароль, открываем, берем кусачки, открываем здесь проволоку, обкусываем. Затем падают бутылки, мы их быстренько убираем метелкой. 8-5-1. Так. 8-5-1. Что? Деревянная рукоятка. Подожди, это не то, что мне нужно. Теперь у меня есть топор. Его можно обратно поставить, нет? По-моему, нет. Значит, это не предмет, который может быть палевным. Так, подожди, нафига мне топор? Чтобы разбить хрупкую вазу? Или чтобы дать по чайнику этому маньяку? Бага! А еда, кстати, она мне не остановит ХП? Ну-ка. Я съел колбасу. Нет, у меня, видите, красная, вот эта вот красная точка кровяная. Как была, так и осталась. Поэтому что мы делаем? Во-первых, мы везде врубаем свет, потому что еще один удар мне вподыхло, и все, и хана. Так, все. Никаких улик вроде как мы не оставили. Свет вырубаем. Коробка тут заперта. Там у нас тоже все чистенько. Но есть топор. Попробуем топориком расфигачить вот здесь. Вазочку. Правда, темновато, но ничего страшного. Нет? Нет? Или типа темно? Только не говори, что реально тебе темно, и ты не можешь разбить вазу в темноте. Я буду долго угорать. Серьезно, штопор? Так, вырубаем свет. Ладно, не буду пока рисковать, никакие прятки играть. Все, все вроде бы сделал идеально. Никаких подозрений на меня нет. Штопор нафига? Что мне нужно делать штопором здесь? Заперты на ключ. Топор, штопор, 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 штопор. Чемодан как-то открыть? Не знаю. У нас появился топор и штопор, да? Как два новых предмета. Надо хорошенечко здесь поныкаться, поискать и поизучать. Сожрал мою колбасу. Нет, чувак, я не хотел. Мне топор, не подходи. Ладно, я больше не буду. Что? А что, про можно открыть этот ящик? Отсутствует ручка, блин. Что? Что такое? Знак вопроса. Что это? Ручка? Так, подожди. Тут какой-то секрет. Смотрите, вставка есть. Знак вопроса. Нужно что-то где-то сделать. Штопор. Это, по идее, бутылки. Может, в бутылке там что-то лежит? Блин, слушайте, а что делать-то? Да ладно. Вот для чего топор был нужен. Офигеть. То есть это плюс ваза, да?
Так, надеюсь, он дверь не заметит разбитую. Или все-таки заметит, как вы думаете? Так, вырубаем свет. Бежим, запираемся. Ну, не фиг его знает, если он заметит выбитую дверь. Это как бы логично, что он заметит, да, но... А как по-другому тогда приходить? Я дверь не смогу починить. Никак. А, он вообще не туда пошел. А, погоди-ка. А там все нормально, там все чистенько. Свет я выключил, все сделал. Все на месте. Так что нет. Так, ладно, у нас появилась новая комната для изучения. Может быть, там нужен будет штопор? Это максимально странно. Это супер максимально странно. Так. Штопор. Выбили. Так, давайте порыщем. Так, шкафчики. Шкафчики я люблю. Что это? Еще один ключ. Боже, сколько же тут ключей. Так. Красная банка с краской в пустой коробочке. Бочка с водой. Так, ладно, вода. Для чего нужна вода? Что-то помыть, по идее. Так, 8, 5, ага. Так, ничего любопытного. Никаких щелей, лампа. Так, ну лампа, видимо, не активный предмет. У меня есть ключ. Так, давайте пока вырубаем. Банка с водой. Вода, колбасу есть твою не буду больше. Жадина, говядина. Так, вот ключик, возможно, кстати, от шкафчика. Реально. Да. О, кусачки. Так, ладно. Это я помню, что здесь нужно делать. Значит, мы сбегаем по-быстренькому. Уберем швабру. Так. Откусываем. Убираем. Запираем. А, нет, давайте сразу ключик возьмем. А, это ручка от ящика. Окей. Врубаем свет, все запираем. Бутылки я убрал, никаких улик не оставил. Забегаем и отсидимся. Все. Швабру! Забыл поставить, давай. Все, поставили. Поставили швабру. Да, я сел на волоске от гибели. Но вроде все под контролем. Так, побежали, братаны. Ручка ящика. Что там? Записывалечка. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час. Как вдруг стянулись тучи в небе, погас огонь костра из-за дождя. Исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. Да блин. А, загадка. Запомните изначальное положение, чтобы потом он не начал мне предъявлять, типа, а, ящики кто двигал? Я уже как бы догадываюсь, что скорее всего... Мы должны правильно выдвинуть ящики, и тогда откроется секретная эта штука. А подсказочки как раз таки здесь. У берега сидел один рыбак. Один рыбак у берега сидел. Он ждал поклевки целый час. Опять же, ничего не связано с поклевкой и с часом, да? Тучи в небе стянулись. Может, нужно по цветам? Погас огонь костра из-за дождя. А, вот огонь. Вон снизу огонь. Исчезли звезды, вот. Звезды. И грустный взгляд у рыбака. Подожди. Погас огонь, значит огонь, наверное, нужно закрыть. Исчезли звезды. Открыть? Нет. И грустный взгляд. Нет. Черт. Это я просто не знаю. Это может открыть нужно в правильной последовательности. О, получилось. Хрена себе. А там ключик. Так, все. Все оставим как было. Я не знаю, ну я примерно понял механику, но все равно не точно. Поэтому наш счастливый случай нам помог. Так. Ключик. От чего же он может быть? А что было еще заперто, народ? А, от этого. А чемодан наверху. Точно. По-любому отсюда. Ну-ка. Ну да.
Что еще оставалось? Так. Магнит. Блин, чем дальше, тем круче. Магнит. Я ключ гаечный еще не находил, по-моему. По-моему. Так, магнит, магнит, магнит. На кой ляд мне магнит сюда? Ну, разве что в воде что-то поискать. Чтобы там примагнитило, да? Нет, бочка с водой здесь не активна. У меня есть штопор и у меня есть магнит. При более внимательном рассмотрении бочки я обнаружил, что здесь есть пробка. А пробка обычно вытаскивает штопором, да? Это так задумано? Блин, лол, серьезно? Что там? О, да ладно! Металлическая рукоятка. Да неужели? Впервые, кстати, нахожу этот предмет. Блин, зашибенно. Так, ладно, вырубаем свет. Надо все эти вещи реально рассматривать более внимательно. Так. Это для колодца, правильно? Что там у нас припрятано? Угу. И что? Петля. Магнит в петлю? Хорошо. Давайте. Сейчас там тоже должен примагнититься что-то. Возможно, ключ, да? Будет. Скорее всего. Гаечный. Да, точняк. Примагнитился. А магнит он забирать обратно не хочет. Ладно, говорит. Обойдусь. Выдержку забираем. Так. А этого забрать он не хочет. Да давайте тогда спустим. Потом придет сейчас маньяк такой. Кто поднял веревку? Ладно. Вот уже, слушайте, уже получше идет дело-то. Так, сейчас мы смажем. Сып-сып. Что это? Веревка. Для чего? Чтобы повеситься, да? А мыло где? Так, вот веревка, веревка, веревка. А какой хрен мне веревка? А? Может куда-то спуститься? Блин. Я опять в ступоре, не знаю, куда мне веревка. Зачем она мне нужна? Так, давайте все вырубаем, закрываем, и теперь давайте думать, куда нам пихать веревку. Возможно, где-то выход под землей в какой-нибудь спуск или что-то типа того. Веревка. А, вот она что. Так, подождите. Кажется, я понимаю, что от меня хотят. То есть нужно сделать так, чтобы он зашел. Причем зашел не просто сюда куда-то. Я могу, наверное, заныкаться вот здесь. Он зайдет и, скорее всего, пойдет наверх. А мы тихонечко выйдем отсюда и закроем на веревку, правильно? Вроде бы. Но для этого нужно как-то его приманить наверх. А как его приманить? Мотор лифта. Может, как-то завести мотор? Блин, или аудиокассету поставить? Или чемодан открыть? Давайте откроем чемодан. Он придет, такой, поднимется наверх, чтобы посмотреть чемодан. Это же логично. Он же не сможет увидеть, открыть чемодан или нет? Отсюда. Так, теперь нам нужно как-то его вызвать. Блин, если сейчас не получится ничего, то мы прогорим. Заново придется начинать. Так, давайте тогда все закроем и заныкаемся. Блин, народ, вот знаете, я просто не сдержался. Я пока монтировал этот ролик, вот эта вот вставка, это уже на этапе монтажа я записываю. То есть игра уже снята, все уже как бы сделано, концовку я получил. Но, блин, меня просто распирает от логики главного героя. То есть столько всяких действий было сделано в игре, чтобы в итоге просто получить веревку. Да, в самом начале игры у чела был этот ножик маленький, которым он резал скотч. Что ему мешало отрезать веревку, например, в колодце. Использовать ее, чтобы завязать ручку у двери, блин. То есть веревка все это время была под рукой, но ему нужна была какая-то другая веревка, очень сильно спрятанная. Ой, логика в игре, конечно, удивляет. Давай. Как мне его вызвать, чувак? Моя нога! Какого черта ты лаешь? Так, погнали. Все, заныкали здесь. Ждем. Ответственный момент. Как-то же нужно все равно сделать, чтобы он прошел наверх.
Мы его здесь закроем. Но с другой стороны, это так вот нелепо. Ну, то есть у нас был топор, у нас... Вот-вот-вот, да-да-да-да. А что сделал? А, он видел, что я сбежал. Ой-ой-ой, здрасте. Давай. Та-дам! Ха-ха, обломись, мудила. Так, теперь как мне... Ага. Не-а. Блин, тут собака. Что мне с ней делать? Тузик, уйди. Уйди, Тузик, не трогай меня. Не кусай. Тузик меня оставил. Заперто с другой стороны. Все, сбежали. Да. В смысле, я сбежал. Что там за происходит? Что там, блин, на заднем плане происходит? Я сбежал. Фух. В общем-то, какой-то такой у нас эпизод получился. Надеюсь, вам понравилось. Довольно весело. Ну, правда, серьезно, я не понимаю главного героя. У него там вилы лежат, топор был, нож. Да у него там целый арсенал холодного оружия. У маньяка не было ничего, тем более не было пистолета. Наш герой вроде как крепкий мужик, можно было спокойно его обезвредить. Да просто банально обухом топора по башке, хоп, чик, и все, маньяк в отключке. Но если бы разработчики так делали, да, реализм, все дела, то и игрушки бы и не было. В общем, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все ссылочки найдете в описании. Всем пока-пока!